Вот она, контейнерка. Юрия Владимировича еще нет. Рыбаки уже начинают уезжать. Время сейчас 2:05. Вон там уже кто-то собирается уезжать. Поехали. Что-то ничего они не наловили. И канал Калининградский. Там какая-то моторка тарахтит. Поехали. Так, Андрюха с нами идет? Да, с тобой туда приедет. Понятно. Взрыв. Судачники стоят. Ракушка это где? Вон туда, да? Понял. Так, что-то тащится. Наверное, какой-то лещ. Просто надо посмотреть сейчас. Да, причем поклевка. Да, хороший какой-то тащится. Смотрит, удочка-то в дугу. Зацепила вторую. А, вторую зацепил? Так, я сейчас ослаблю. Не-не-не. Ослаблю. Да, лещик. 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 Ну? Небольшой. А, небольшой. Лещик. Так, подсак. Мы его сейчас... Давай посередине я буду помогать. Теперь уже я буду помогать. Я думаю, что мы я уже готов. И отпустим на верхний крючок. Ну да. Даже вот так. Аккуратненько. Еще какой-то один тащится. Вот, но этот уже покрупнее, посмотри-ка, он упирается как. Уже упирается. И поклевка была, да, видать? Просто повисла лес.
А, повисло. А у меня вот это тоже повисло. Чего она повисла-то? Нет? Да никто не дергается вроде. Ну пусть полежит немножко, может. Сейчас. Она просто у нас. А, мы же ведь. Давай, я помогу. Я поработаю немножко. Сейчас еще подсак утопим, вот это будет нормально. Так, где он там? Хорошенький так идет. Вроде ничего так. О, видишь, какая у меня профессиональная хватка. Раз, уже все, да. Это уже хороший какой он, да, вот это уже чувствуется. Это уже рыба. Это уже рыба. Ну, для 20 сентября это нормально. Ну да, нормально тогда, чё ж. Ясненько. Ладно, Серёж, давай, кто-то звонит. Залив. Давай. Залив, залив. Ловит. Да, Андрюш. А? Нету? Ну, Михалыч сейчас вытащил такого зачетного вообще. Да. Да.